По поводу оперы. Есть творческий взгляд. И на самом деле в истории культуры, в истории любых искусств, в том числе кино, книг, было очень много провокационных вещей. В любом случае, любая провокация — это некое размышление на тему. Любое произведение может носить в себе либо точный ответ, как надо делать, точный ответ, как не надо делать, или показать нечто среднее, метание между ними. Искусство имеет право на все. А качество исполнения, об этом можно судить только посмотрев, я не видел. Но в любом случае, я православный, я верующий человек. Я, может быть, не настолько воцерковлен, но я верю в Бога. Церковь — это не карающий орган. Церковь — это вера. И это спасение души, это помощь. Я считаю, что свое несогласие с этой позицией церковь имеет выразить полное право. Выразить, написать и сказать почему. Но не пытаться обвинить и карать — это не очень правильно. Это храм, куда люди приходят. Ведь Бог-то прощает всех, если ты приходишь с покаянием. Я бы лучше, знаете, другому, вот больше направил в другую сторону деятельность. Я точно знаю, вот и до сих пор живая подруга моей бабушки, она иудейка. Каждый второй день ей приносит еду из синагоги бесплатно, потому что она принадлежит к этой вере. Я бы был бы счастлив и рад, если бы наши старики получали из наших приходов каждый второй день еду нам на 2 дня вперед. Это было бы гораздо больше, и больше было бы веры, и, может быть, прислушивались бы больше, и, может быть, надо было бы меньше грозить пальцем, а люди бы шли. А по поводу государства, Россия всегда была православной, хотя у нас мусульман даже где-то больше, но считалась Россия православной. Церковь не имеет права вмешиваться в дела государства, на светское государство. Но я был бы рад, если бы 1600 церквей 40-40, которые были раньше в Москве, били бы в колокола за утреннюю и за вечернюю. Было бы больше счастья. Я был бы счастлив видеть счастливые лица людей, которые выходят из храмов. А для этого надо делать больше добра. Поэтому давайте судить будут те, кто должны судить, кому положено по чину. А церковь будет помогать душам.